Здорово, всем привет, друзья! И сегодня у нас на обзоре отвертка Кротон. В общем, отверточка вот такая вот симпатявая, аккумуляторная. Есть такой же у Боша. Ну, цена, соответственно, ого-гоша. Итак, что у нас получается по самой отверточке? Имеет она 3,6 вольта. Аккумулятор стоит 1,3 ампер-часа. Крутящий момент 3,2 ньютон-метра. Ну, конечно, производство, как всем известно, китайское. Но показало себя отличнейшим образом. Вот сейчас гремит. Это здесь у нее, получается, в переключении крутящего момента биты вложены. То есть вот так вот раз повернули. Вот видите, биточка. Хоп-хоп. Чтоб удобно, чтоб не лазить каждый раз. Забитый, сюда положил какие надо, и все. Но если честно, мне неудобно. У меня, да, у меня такая есть. Пользуюсь я ей уже почти 2 с копейком, 3 года уже. Вот. Показала себя вообще прямо отменно. То есть и заряда хватает ей надолго. У нее есть поворачивающаяся рукоять, то есть можно повернуть и использовать в таком виде. Здесь у нас индикация аккумулятора и фонарик. Фонарик отдельно включается, выключается. Вот. В общем, работает хорошо. Продалось тоже их очень много. Никто на них не жалуется. По качеству, по битам, да, тут не особые они. Но и неплохие. Что не прямо ширпотреб такой, что прямо раз и ее свернуло. Появляется выработка на них. Но, тем не менее, показывает себя хорошо. И плюс, какой большой набор бит. Смотрите. Что есть всякие, и Y-образные, и с прорезью плоские, там звездочки, тораксы, все крестовые, разные, на любой вкус, на любой цвет. Да, короткие, что где-то в глубокое место уже не подлезть, то есть переходник есть, да, подбиты. Но это дело получается толстовато. Ну, а так, неплохо. Зарядочку также получаем и в комплекте. Заряжается от данной зарядки где-то в течение часа. То есть, ну, тут все от посаженности аккумулятора. Аккумулятор литий-ионный стоит. Естественно, когда мы заряжаем, работать нельзя ей. То есть, также имеем реверс. То есть, вправо-влево она крутит. Вот этой биты будет видно. То есть, здесь еще, да, что патрончика нету, плохо. А биты на магните держатся, адаптером идут. То есть, вот, видите? По оборотам вообще не густо, но это отвертка, это не шуруповерт. Причем вкручивал 45-й саморез, вообще без проблем гоняет, то есть мощность как бы небольшая, но хватает для этих целей. Про год гарантии говорил, не говорил, в общем, год гарантии идет вот в таком, смотрите, какой симпатичный кейс. Вот так вот это дело собирается. Чемоданчик закрыли, и оп, аккуратненько. А если в подарок, так это же вообще... крутая штука. Так что, если смотрят девчонки, парнишкам на день рождения, на 23-е надо было дарить такие вот вещи. Прикольная штука. Ну, конечно, кто занимается, кому она нужна, кому не нужна, там. Она и бесплатно не нужна, правильно? Просто говорю, что именно вот этой фирмы Кротон, именно эта отвертка, показала себя достойно. То есть Китай, но работающий Китай, который... не подводит, я не знаю, вот, ну, у меня 3 года проработало, и еще за эти 3 года там аккумулятор вроде держит, как и держал сразу. То есть нормально, его хватает надолго. Редуктор не летит, шестеренки неизвестно какие, еще не разбирал, тоже не смотрел, но не летят. То есть вот говорю, 45-й саморез крутил, вообще без вопросов. Так что если подбираете отвертку, цена-качество достойное, то есть... и цена небольшая, и качество неплохое. И выполнено. То есть она вот сама выполнена. Пластик такой плотный, что держишь, реально ощущаешь, вещь держишь. Биты убираешь, отсюда голова полегче становится. Вот сейчас она просто тяжеловата, перевешивает ее. А так биты отсюда убрал. Их тут что получается? 9, наверное, 10 будет бит. Биточки убрал, и сразу полегче стало. Также здесь обрезиненная рукоятка, что рука не устает. Ну вот, в общем, вот такая вот отверточка. Честно рекомендую. Ребята, подписывайтесь на канал,
Ставьте лайки, если понравилось, или дизлайки, если что-то не так. Если что-то не так, напишите в комментариях, что не так. Напишите в комментариях, на что бы вы хотели еще увидеть обзор. И да, всегда забываю сказать, у нас на весь инструмент, если вы придете к нам на магазин в Омске, я оставлю адрес в описании. Покажите продавцу, что вы подписаны на мой канал, вам продавец сделает скидочку в 10%. И это не реклама, это просто вот от меня подарок. 10% моим подписчикам. Ну все, всем пока и удачи!